С бумажными извещениями с суммой за коммуналку знаком, пожалуй, каждый. Жировки появляются в почтовых ящиках горожан примерно в середине месяца. Там указано, сколько необходимо заплатить за подогрев воды, капитальный ремонт, отопление, вывоз мусора и другие услуги. Так вот, сегодня в личном кабинете ЕРИП можно перейти на электронные извещения, которые будут приходить на имейл, минуя обычный почтовый ящик. Для получения оформления заявления надо просто обратиться в расчетно-вычислительный центр к специалистам на окошке и оформить заявление на электронную почту. Написать заявление может только собственник жилого помещения или наниматель. Заявку можно оставить прямо на сайте расчетно-вычислительного центра электронную. Она тоже приходит к нам, мы ее обрабатываем и добавляем. После рассмотрения заявки ориентировочно в течение 3 дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение о результатах. Статус заявки также можно отслеживать в личном кабинете. Рассылка извещений будет производиться на e-mail автоматически после окончания начислений за отчетный период. Преимущество электронных извещений в том, что, находясь в любой точке мира, вы можете получить это извещение. Также это быстрее оно приходит, чем бумажный носитель, и уже на почте, и оно даже не теряется в электронных ящиках. В Бобруйске сегодня возможностью получения электронных извещений об оплате коммунальных услуг вместо бумажных пользуются приблизительно 1500 горожан. Причем спрос на такие жировки растет постоянно. В день специалисты расчетно-вычислительного центра обрабатывают 30 заявок. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.